Всем привет! Сегодня я буду еще на четырех лазить. И может я опять заболюсь. Я видел такое, там еще и скалодром. Вот посмотрите туда. Там скалодром такая маленькая штучка. Вот туда я и поезжу. А на скалодроме очень плохо лазаю. Вот это. Это не бояться. Я вижу, дети там лазят, где я лазю. Да, совсем маленькие. Там простёртый, не тебя шлем. Ооо, ты меня? Последний. Это мой шлем. А 500 не взяли? А, ну хорошо. Все 4 маршрута покупать? Да. А? Нет, еще 3. Где вот такая штучка, не полезу. А чё ты не полезешь? Закончил бы, да и все. Нет. Вот ты, Тёма. На, перчатки. Три. Как дела? А помнишь, какой там называют? Да и не помню назвать. Да. Папа. Не-не. Три вот? Да. Три. Где вот такая штучка? Давай четыре. Там какая-то есть вот так. Давай все 4 купим. 50 рублей разница, Тём, да? 50 рублей? Да. Может, все пройдешь. Попробуешь. Там очень сложно. Да. Да? Тём, ладно, поезжу. Будешь, ты не поторопишь. Да, если что, мы потом вечером придем с тобой. Ну, ничего, можно, да, папа отгоняет от меня. А то он такой, ёбто сатать мне. Да. Если вдруг он сейчас только 2 осилит, можно будет там вечером прийти еще 2? Можно? Ну ладно. Ну, сделайте нам скидку, мы к вам раз в год приезжаем. И вот у нас это прям аттракцион. Это же у нас любимый работает. У нас ничего такого нет. Хорошо, дед? Папа, не-не-не-не. Не-не-не? Не. Все, не-не. Одеваться специально на меня оставили. Да у нас их много, мы просто мало заносим. Ну, точно. Мы будем пузыри пускать. Еще целый ящик. Ага. Мы сейчас пойдем туда к Тёмику, будем пузыри пускать. Да, Тёмик сейчас залезет и тоже будет пузыри пускать. Сейчас не поймать по дороге, которые бежать. Четвертый он прошел уже, да? Я имею в виду, что да. Мальчишки там вдвоем, они очень шустрые. Догонят. Они все получилось, что он будет идти, а они следом будут идти и действовать на нервы. Они все 8, да? Но они опытные уже. После того, как все по-разному. Нет, кто-то медленно, да. Ой, никто не торопится. Кто-то бежит. Всех людей нас мешает. Пап, надо сюда брать мой шлем. Да, тогда можно камеру цеплять и все. Да. О, 5-й маршрут и сразу интересный. Да.
Давай, Тёма. Тебе главное не отпускать. Вот эту штучку. Нет, не эту штучку. Вот это как раз таки и не надо держать. Вперед. Давай, давай, залазь. Держи, да, зафиксируй наверху. Чтоб она тебя держала. А снизу это легче выглядит. Теперь двумя руками, как я тебе показывала, держаться. Вот здесь, да. Вот так вот. И по веревочкам. Давай, она сейчас чуть-чуть вниз уйдет, так и должно быть. Давай, молодец. Давай, давай, давай. Все, отлично. Давай по ней. Вот и все. Давай, ты на себя смотри, не смотри на пацанов. Давай, Тёмыч, отлично. У меня вот все вот она стылка снялась. Все отлично. Давай, давай, давай. Перешагивай. Перешагивай. На узелок наступай. Вот, отлично. Давай вторую ножку рядом ставь. Давай, давай, Тём. Молодец, середину прошел. Все, сейчас легче и легче давай. Будет. Еще, давай, Тём, подписчики на тебя смотрят. Подписчики, вы же смотрите, следите за ним. Он там, я очень боялся. Ой, Тём, давай, вот это страшнее выглядит. Иди. Ой! Давай, давай, носиком. Мне в нос прям. Ничего страшного. Давай, 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 идем. Просто веревки прошел, это вообще. Давай, давай, иди, иди. Давай, давай. Давай, ножками доставай, да, это. Доставай. Становись. Оп, все. Поднимайся. Да ты не трогай эту железку. Вставай. Молодец, отлично. Давай, Тём. Тут вообще вам еще легче. Сейчас. Тоже двумя руками держишься. Да. Смотри. А будешь меня держать? Двумя руками держишься вверху. По ней идет. Давай. Мам, можешь ты держала эту штучку? Давай, давай, Тём. Давай, это там твоя сестра одна. Двумя руками хватайся. Да чё ты боишься? Всё, вот, да. Всё. И пошёл. Где ты пошёл, Дима? Да отпускай, он отлично идёт. Пускай! Я не отпускаю. Мама. Сейчас, иду. Мама. Давай, перепрыгивай. Ой, господи! А вот это я зря. Давай, давай. Давай, давай, иди. Он полпути прошел. Тут вообще легкотня осталась ему. Давай, 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 иди. Вверху тросы не шатаются, что ты переживаешь. Вверху они стоят ровно. Это внизу только шатается. Ты же за верх держишься. Давай, идем. Блин! Давай, давай, топай, топай. Дедушка, помоги. Подержать, что ли? Да. Давай, перепрыгивай, Тём. Какие звуки? Давай, цепляйся. Все, держишься и пошел. Иди, сынок, ты не думай. Иди уверенно, да и все. Мам!
там сижу, да их чай выглядит. Конечно, я по таким проходила на высоте, на большой. Представляешь, что тебя ждет на следующий год? Одна. Вот, смотри, точно такие же, Тём. Да, вон. Вот они, вот они. Не, я просто не поеду. Да, да. Полезешь, полезешь. А тут что, вот до земли-то? Ты все равно ж не упадешь. Давай. Тут целая бригада страхует Артема. Да. Еще, давай, еще давай, группа давай. Болельщиков, да? Болельщик? А, помню, не снимать, да. Я не накрашенная. А, меня покусали. Давай, топ-топ, вперед. Ну, тут вообще там, по центру пропрыгаешь и все. Ты залезь сначала сам. Вот, теперь пропускай. Блин, с этой стороны. Как раз посередине ты и лезешь. Что, реально? Да. А ты просто ногами становись на узелок. На узел. На один, на другой. И все, и прошел. Давай остановись, не бойся. Ты не шатай сам. Ты двумя руками держись за середину. Или за этим. Да, давай, пошел. Сразу ставь туда ногу, да. Вот. Ставь. Давай, руками перехватился. Следующую ногу переставляй. Поехали? Садись, поехали. Ноги. Отлично. Вот и прошел. Вообще легко. Смотри, Тёма сейчас полезет на скалу огромную. Ой, хо-хо. Помнишь, как мы говорили с тобой, да? Давай. Руками вверх держишься, внизу наступаешь, переступаешь и все. Надо вниз смотреть. Давай, Тём. Вот тут зацепы наверх, прям такие. Нормально. Ты чё? Меня держит. Давай, Тём. Да ты станешь после. Становись на верхней, чтобы тебе доставать было хорошо. Что ждет Тёмика? Давай, Тём. Тём, только тут надо не за эту держаться, не за трос, а по этим. Да, давай, пошел. На камушке. Не ту ногу ставишь. Не ту? Блин. Давай, правильно, Ген, что тебе говорить. Ставь другую ногу. Легче будет. Вот. Давай, цепляйся. Цепляйся. Держись. Все. Отрывайся от земли. Давай. Да не там. Все, давай. Давай, Тёмыч, пошел. Давай, если что, мы тут внизу тебя поймаем. На земле. Отлично. Да, давай. Да, сядь. Я сейчас руками перехватывайся дальше. Молодец, Артём. Сейчас, дочка, сядь, я одену. Молодец, красиво, Тёмик, лезешь. У всех болит нога. Сядь. Вот сейчас. Давай тебя будет. Садись. Тяп-тяп. Топ иду мало. Давай, Тём. Пить хочешь? Сядь, я тебе дам воды. Умничка. Давай, переставляй ногу. Держись руками, переставляй ногу. Вот. Отлично. Мне не страшно, сынок, не переживай. Давай. Вот чуть-чуть осталось, ты уже половину прошел. Тём, да ты в шлеме, что ты переживаешь? Легко теперь, вон, на бабочку, ногу на бабочку ставь, да и все. Да, вот.
Можно так, да. Давай, все достал. О, как широко. Так, два шага, и ты прошел. Вот, ниже, вот. Давай, Тёмыч. Давай, руку перехватывайся. Давай дальше. Правой рукой дальше перехватись. О. Давай, Тёмыч, молодец, ты уже половину прошел. А вот мы не знаем, где. Давай, тебя. Обувайся. Все, два шага, и ты все, прошел. Сейчас скатываться уже. Отлично, сынок. О, красавчик. Все, пропускай. Что ты там? Сюда, Тём, сюда. Все, прошел маршрут. Вниз. Да! Все, это мой последний. Ты что, это твой первый? Нет. Сейчас отдохнешь чуть-чуть. Пойдем смотреть, как сейчас будет скатывать. Готов, сынок? Так, надо сначала присесть. Давай. Мам, я дальше не поеду. Валерий, давай. Нет! Давай, быстренько, Тём. Папа, сходи. Давай, поехал. Да не бойся ты. Да ты иди. Раз, три. Деду. Что-то он сегодня больше нервничает. Пошли. Полезли на следующий. Давай, сынок. Ну посиди чуть-чуть, когда продолжение аттракциона. Маршрутов позади. С каждым увеличением цифры маршрута все выше и сложнее. У Артема уже нервы на пределе, но он все-таки продолжает. Давай, иди. Давай, иди. А вы что, договаривались? Да. Давай. Я что-то пропустил? Ну ладно, всё. Не буду снимать. Он не будет снимать, все. Давай. Руки ниже.
Вася, блин! Эй, монстр, ты куда? Что значит пока? А? Эй, ты чё, ты можешь пока? Я могу летать. Не пускай. Блин, я пошел за монстром. Иди. Сюда, пошла, пока. Да, во, монстр дает, ей родители не нужны. Сама знает, куда чего. Пошли к братику. Эй. Ну и куда ты идешь, монстр? Опа. Смогла? Пойдем посмотрим, как братик сможет. Да, тут нельзя кататься. Тут листики. Ага. Давайте, помогу спуститься, но мы пойдем к братику. Согласна? Тихо, тихо, тихо ты. Все, пошли к братику. Так, ты куда? Так, по нему топтаться нельзя. Нельзя так делать. Нет. 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 Пошли к братику. И что ты сюда пришла? Что, тебя одевать, что ли? Нет, ты чуть-чуть маленькая. Прям чуть-чуть не доросла. А где мама? Девочка у нас сегодня пока уже в перерыве. Пошли, пошли. Пойдем, дочь. Нет, нельзя брать. Нельзя, нельзя. Ага. Пойдем. Да не туда. Ага, пошли. Чем? Он дома
Ника, перестань. Ника, иди сюда. Не работает. Ты куда собралась? Туалет нашла? О, там еще бонусы. Там не здесь, не так. Четыре тарзанки. Это какой-то бонусный маршрут. Отдых после сына. Самое главное спрыгнуть. Проводи дальше. Я летать, Тёмик, да? Тебе же нравилось вниз после прохождения маршрута съезжать? Это то же самое. Давай, зацепляй. А вон трос рядом. По нему просто подтаскиваешься все. Давай, Тём. Там вечером будешь еще просить прийти на маршрут. Вперед смотри, вперед. Давай, мой хороший. Отталкивайся. Ну, все, там инструктор говорит. Давай тебя дядя подтолкнет. Ты боялся. Бери за зелененький вот. Видел, моментально пролетел, и все, и тут, и на точке. Ты за тросик хватайся вот этот вверху. Вот, да-да-да. Во, из-за него вставай. Видал, как легко? Давай на следующую, там то же самое. Давай. Проводи рукой. Чё она, застрял? Давай. Попадай. Пробуй по-другому чуть-чуть. Давай, давай, Тём, железочку эту пропускай. Да. Ближе встань к ней, вставай на эти. Ближе подходи. Не колшок я? Хорошо, да. Хорошо, если что, ты застрахован. Не упадешь, не переживай. Чуть ее на бок. Давай, сильнее. Прям за замочек возьми, за черный, не за веревки, а за замок. Он не достает. Поближе подойди. Просто он за веревки вниз каретку тянет, а он не проходит. Отпусти ее. Берись вот эту черную, чисто черную рукой. Вот, и протаскивай ее. Во, все отлично. Тут точно так же, как там. Да, здесь никакой фантазии. Катись, докатись. Крышу видишь? Да. Ну, давай, альпинист. Тут Ника вообще. Давай. Давай, вперед, наклоняйся потихоньку. Че? Нет. Давай, Тёмыч, толкайся вперед. Вот ты только что катился.
Ну давай, я тебя тут ловлю. Нет! Прыгай! Ну! Раз, два, три. Давай, Тёма, ты сможешь! Давай! У-у-у, Тёма смог! Там место для удара, смотри! Хватайся! Опа! Бери тросик вот этот, да. За него подтягивайся. Двумя руками за тросик. Давай. Давай, пропускай дальше. Там на чуть-чуть выше. У меня шарики. Давай. Как и там, берись за нее, за черную, сам рукой. Вниз не тяни. Отец, звони. Дело здесь. Да, пап. Чего? Давай. Ага. Ну, за черную хватайся. Хорошо, а тут Тёме как раз 8-й маршрут уже наполовину прошел. Вот, сейчас будем. Давай, пап. Ага. Что, пап? Давай. Сбоку. Тём, вот. Обходи. Дочь, Машу возьми. Давай, Тёмыч. Тебе раз катнуться, два, и все. И мы идем. Это уже все, финалочка. Давай, отталкивайся. Вот это и финалочка. Восьмой вообще там. Да, тут вообще ничего не надо ходить. Давай, с разбегу. Хоба, и полетел. Я вот сюда не подожду. А зачем тебе его ждать? Тебе просто катиться. Просто катиться, сынок. Катя обратно, как сделать. Нет. Мы тебя поймаем, давай. Что это так? Все, давай, пошел. До него хватай. Давай. Да блин, мам, нет. Давай. Не подтяну, если что, давай. Да пусти. Отойди, мам. Отойди, я же тебе еще ногами дам. Давай. Никочка, а ты куда? Тёма смог. Ника раскидала. Опа! Финалочка. Ник, пошли. Давай, сынок. Так, Ник, давай я тебя подержу. Стоим, смотрим. Братик давай, едет. Хорош. Смотри. Ты видишь? Вон братик высоко на дереве. И он едет. Опа! Тут даже и не быстро. Все? Все, Тём. Молодец. Спасибо огромное. Молодец. Все, иди, Тём. Переборол свой страх, да. Молодец. Пошлите. Я его там того и пойдем вот по этой дорожке.